решил я разнообразить турниры и систему выигрышей или поощрений сделать в виде лотереи. То есть чем выше место человек занял, тем выше у него, ну, вроде чего-то вроде лотерейных билетов. А в результате один из игроков получит единственный приз. Вот на ближайший турнир у меня есть вот такой приз. Вот он еще и денег стоит. Значит, вот такие у нас часы. Они не только на картинке, они уже есть в натуре, тикают. У них кнопочки сенсорные, вот подсветка. Подсветка, конечно, так ее не очень видно, но зато она какая-то очень такая, сейчас не вижу, цветная какая-то, разноцветная. Ну и обычные функции: будильник, календарь. Но секунды такие большие. Значит, идея, как распределяться, я тут на бумажке прикинул. Значит, всего 1024, скажем так, лотерейных билета. Почему такое некруглое число? 1024 – это 2 в 10 степени. И чтобы определить выигрыш, я 10 раз буду подбрасывать монетку. Орел — это у нас О, орел. Нолик, решка — это будет единичка. То есть 10 раз подбросив, я имею 1024 возможности. От 10 ноликов, то есть от нуля, до 10 единичек. 10 единичек — это в двоичной системе 1023. От 0 до 1023 как раз все числа и будут играть. Значит, вот прикидка. За первое место победитель получает 250 лотереек. Второе место — 170. Третье — 130. Четвертое — 100. Пятое — 90. И так далее. Значит, участвуют первый финал, кроме 16 места, которые ничего не получают. И за 17, то есть за первое место во втором финале, полагается 24 лотерейки. Остальные все числа более круглые, мне лень было считать. Вот. И получится, значит, если выпадет число от 0 до 249, как раз 250 чисел, значит, выиграет первый. Если от 250 до 429 второй, ну и так далее. Я потом это все в интернет выложу. Ну, если понравится, будем, например, раз в месяц устраивать подобные турниры.